Даже там бизнесмену, да, прошивать некуда. Сегодня иностранные наши партнеры за границей, они делают все возможное, чтобы их рабочие обязательно отдыхали или занимались спортом. Потому что если их работники не занимаются спортом, они становятся, значит, работоспособность намного хуже, ниже и так далее. Мы же представляем, вот как сказали наши вот коллеги с первой группы, что дискотеки будут проводиться именно в выходные дни, в праздничные. То есть, когда человек может прийти отдохнуть именно в определенное время. Мы не стараемся их проводить до утра, чтобы люди на следующий день приходили убитые. Давайте назовем это слово дискотека, а народное гуляние. Дискотека, не имеет значения, там, да. По поводу недостатков проекта, почему? Потому что Сорос действительно отремонтировал Дом культуры. Можно внимание, Маша? И в связи с тем, что они требуют построить как бы стадион, так что он дополняет то, что уже сделал Сорос, да, вот нереально. И на следующий год действительно их проект будет замечательный. Но на этот год желательно дооборудовать то, что не хватило Соросу, да, и поэтому прибегаем к нашим экономическим агентам нашего сообщества, чтобы они нам помогли. Тот же господин вот директор бара, он захочет тоже у нас какую-то вот там и то же самое прибыль какую-то иметь, и вы, потому что ваши же работники будут отдыхать и будут чувствовать себя уютно, нормально, ихнее поколение, которое наше поколение в будущем, оно, да, поможет нашему сообществу возрасти и привести более хорошим результатам.